участвует 12 национальных павильонов. Вот. Тут у нас самый большой национальный павильон в этом году в Беларуси. Добрый день. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. Разрешите представить нам белорусскую экспозицию. Давайте. На выставке. Ставьте. 40 предприятий в этом году участвуют в выставке. От сельхозмашиностроения, мясомолочная, нефтехимия, кондитерская отрасль. Позвольте, с нее мы и начнем знакомиться с нашей выставкой. Давайте. Добрый день. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности. На выставке участвуют 10 предприятий нашей отрасли, в том числе 4 предприятия кондитерской отрасли. Привезли мы сюда ряд наших новых интересных продуктов. Карамель, желейная конфета. Эти продукты сейчас очень популярны у детей. Также кондитерская фабрика «Спартак» выставляет свою линейку, опять же, без сахара. Мы акцентировали, в принципе, продукты без сахара. Две кондитерские компании. Да, шоколад. «Спартак» и «Коммунарка» основные. И еще есть номенклатура. Наши кондитера очень старались, поэтому, если, господин президент, если позволите, наши художники такую поднесут шоколадную открытую книгу. Да, шоколадная книга, открытая. Спасибо книга. Большое. Мы через службу протокола, если позволите. Спасибо, президент сразу заберет. Я заберу, а то, что не туда. Съедят еще. Спасибо. Поэтому здесь мы пожелали процветания и мира вашему народу. Спасибо. Поэтому, если примите за честь. Президент владеет пищу языками, не только русским. Извините, еще мы, значит, ожидали и супругу вашу, поэтому тоже пригласили. Вторая фабрика. Да. Спасибо. Давайте я ей передам. Передадим ей. Спасибо. Если можно передадить, мы знаем, что любит белые цветы, поэтому это тоже шоколад. Они съедобные. Опять же, съедобные. Спасибо. Съедим. Здесь начинается Брестская область, вот мясомолочный холдинг. Колбаса пошла. Белорус здесь никак не обойдешь, потому что самый большой. 300 квадратных метров закрытых площадей на улице Техники. Слуцкий сыр отдельный. Да. Работают на рынке. Твердые сыры привезли для дегустации уже сейчас. Здесь продается у нас. Да. А новая продукция тоже представлена твердыми сырами. Концерт был нефтехим. Удобрения, масла представлены. Упаковочные материалы здесь. Сырье для преформы, для ПЭТ-бутылок. Музыкальная поддержка на национальных инструментах. Цимбалы, да. Очень красиво. Синяя вечность. Веслин Богомолов. Спасибо, девчата. Наше предприятие знаменитое «Санта Бремер». С 2007 года компания «Бремер» представлена, невзирая на то, что она мультикатегорийная компания, представлена здесь рыба и морепродукты. Я понимаю, что Азербайджан удивить морепродуктами сложно, но мы стараемся. Да. Стараемся производить те просто продукты, которые востребованы. Просто надо здесь работать. По этим, да, технологиям. Работаем, конечно. У вас хорошая технология. И работаем с торговым, с дистрибутором. Компания работает с 2007 года с дистрибутором одним и тем же. Мы представлены в торговых сетях, развиваемся. В прошлом году мы продали на более чем миллион долларов рыбной продукции. И планируем, что года через 2-3 мы выйдем на удвоим объем этого оборота. Компания «Савушкин продукт». В прошлом году мы поставили на 4 600 000 долларов молочной продукции. В этом году темпы роста по итогам первого квартала значительно выросли. Я считаю, что работаем мы неплохо, и очень приятно, что люди приходят на выставку пробовать продукцию и говорят: мы вас покупаем. Это я прекрасно. Президент, твою продукцию сегодня тоже привез и передал. Спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо огромное. Спасибо. За рекламу будешь должна. Спасибо. И Гродненская область представлена у нас Гродненским мясокомбинатом. Меня зовут Вероника, я представляю Гродненский мясокомбинат. С 2016 года мы осуществляем поставки в Азербайджанскую республику, готовые колбасные изделия. В этом году открыли этот рынок по поставкам говядины халяль. Восточная. Ну, у вас вкусно, это я знаю, вы умеете. Охотничек. Получаем хорошее отзывы. В Советском Союзе лучшая область была. В Советском Союзе. Но они держатся. А это уже просто как бы стейки, да? Да, готовые. Для домашнего использования. Чтобы
разработали. Это наш новый продукт, скоро будем, надеюсь, поставлять на ваш рынок. Ну, жаль, что в Азербайджан привезли, мне так не подходило. Спасибо, что посетили экспозицию. Спасибо. Вся линейка белорусских тракторов, 11 моделей мы выпускаем. И с них самые востребованы, как бы не было смешно, именно старые модели. Классика. Мы хотя новые привозим, но вся классика работает. Сейчас все обновляем внешний вид, делаем новую светотехнику, чтобы лучше было. И комфортные условия для тракториста. Ну смотри, президент поддержать сказал МТЗ, чтобы не с качеством тут не провалились. Спасибо. Thank you.